Сеуле, столице Южной Кореи. Готовит для меня новые впечатления. Сегодня я хочу отправиться на осмотр дворцовых храмовых комплексов. Вчерашний день оставил исключительно положительные эмоции. Посмотрим, что приготовил для меня день сегодняшний. Утренний кофе и let's go! Александрович, сегодня изволили долго спать. Сейчас на часах уже 12 часов. И не дойдя до метро, я решил сначала подкрепиться в местном кафе. Заказал, как всегда, свою любимую лапшу с говядиной. За время своего пребывания в Сеуле я стал завсегдатаем вьетнамского ресторанчика с очень уютной атмосферой, вкусным меню и радушным хозяином, который без лишних слов быстро и качественно меня обслуживал. А после всегда искренне благодарил за выбор именно его заведения для трапезы. И это было очень приятно. А уже вечером, после долгих прогулок по городу, я исследовал другие кафе и пробовал что-то новенькое из корейской кухни. Кстати, по моим заметкам, сами корейцы питаются по схожему принципу. Днем обедая в любимых и проверенных ресторанчиках, а уже вечером парочкой или компанией посещают новые для себя заведения. Когда я сыт и полон сил, можно отправиться в поездку на метро. Я нахожусь на станции Happy John и отправлюсь по кольцевой ветке на станцию City Hall к дворцам и храмовым комплексам. Метро Сеула, кроме чистоты, технологичности и удобства, пожалуй, ничем сверхъестественным не отличается. Вместе с тем, является четвертым в мире по годовому пассажиропотоку, а его пятая линия официально признана длиннейшей в мире. Всего же подземка насчитывает 9 веток, на которых расположено 316 станций. Но лично меня больше всего удивило количество входов и выходов на каждой станции. В среднем их насчитывается около 10, а максимальное количество, что мне попадалось, было то ли 16, то ли 18. Оплата поездки в метро осуществляется с помощью электронного терминала, где выбирается станция назначения, производится оплата и автомат выдает пластиковую карту для прохода через турникет. Добрался я до нужной мне станции, поднялся на улицу, и теперь предстоит поиск дворца или храма, который находится совсем рядом. Maps.me мне в этом поможет.
Одними из главных достопримечательностей Сеула являются четыре королевских дворца династии Чосон и королевский дворец Гёнбакун времен правления одноименной династии. Изначально я планировал посетить дворец Гёнбакун, но что-то пошло не так, и я оказался во дворце Токсагун. Токсагун – единственный из всех дворцов города, на территории которого построены здания в европейском стиле, а не в традиционном корейском. Этот дворец входит в группу комплексов под названием «Пять больших дворцов Сеула». Все они построены около 500 лет назад, а название дворца Токсагун весьма поэтично и переводится как «Дворец долговечной добродетельности». Первое, что я сегодня собираюсь посетить, это королевский дворец Гёнбакун. Надеюсь, стража меня пропустит, потому что билетик со мной. Охрана дворца устроила весьма красочное шоу по смене караула в честь приезда великого кругосветчика всея Руси. Не скрою, мне было приятно. Осмотр дворцового комплекса у Милого болотца.
По кругу стоят таблички Danger. По всей видимости, здесь живет кикимора или водяной. И если подойти слишком близко, он утащит тебя на дно. Закончив осмотр таксагуна, я направился на соседнюю площадь, откуда во время моей прогулки по дворцу я отчетливо слышал лезгинку и гадал, какое отношение грузинская национальная музыка имеет к Корее. Но придя на площадь и увидев большую сцену, все сразу стало понятно. В эти выходные в Сеуле проходит фестиваль дружбы народов. Разные нации обмениваются культурой посредством песен и плясов. Судя по количеству палаток на площади, можно было с уверенностью утверждать, что приехали делегации как минимум из 50 стран, и каждая привезла свою яркую и неповторимую программу. Жаль, что я подошел уже после окончания основного действа. И, к сожалению, это уже был последний день данного мероприятия. Находясь в дворце, я слышал лезгинку, и теперь понятно откуда. Рядом с Сеулом, в небольшом городке Сувон, находится необычный музей, посвященный туалетной культуре. А поскольку в Южную Корею я приехал из Индии, которая представляет собой один огромный туалет и, увы, не музей, мне показалось забавным посетить данное место. При входе в парк меня встретил белый мишка, который без зазрения совести делает свои грязные делишки разноцветными шариками. Оказавшись в подобном месте, понимаешь, что корейцы весьма необычный народ со своими этическими и моральными взглядами, особенностями культуры и традициями. Судя по всему, самым трепетным темами для них являются прием пищи и посещение туалета. Это находит отражение даже в их приветствиях. И вместо «здравствуйте» корейцы запросто смогут спросить вас, как ты сегодня поел или как твой стул. В общем-то и неудивительно, что именно корейцы построили первый в мире парк-музей туалетов. Инициатором идеи выступил бывший мэр города Сувон Сим Джен Дук, который впоследствии из-за реализации своих смелых идей получил гордое имя «Мистер Туалет». Я нахожусь внутри интересного экспоната. Это, видимо, туалет, который сделан внутри бочки. И, соответственно, внутреннее убранство данного артефакта заставляет нас делать неоднозначные выводы о том, что находится на стенах и почему здесь летают мухи. За моей спиной находится бывший дом мэра города, который выполнен в виде огромного унитаза,
а рядом разбит тематический парк. На территории парка-музея находится здание Корейской туалетной ассоциации и памятник ее основателю. Само здание выполнено в виде огромного унитаза. Интересно то, что существует Всемирная туалетная ассоциация в Сингапуре, в состав которой входит 19 туалетных организаций. На Руси испокон веков существовала примета, что если встретить на улице бабу с пустыми ведрами, то это к беде. А вот интересно, если встретить в Южной Корее парня с ведрами, полными фекалий, это к чему? Мочилась ли ты на ночь Дездемона? О да, мой муж, конечно, я мочилась. А почему горшок пустой? А я мочилась в самовар. Умришь, неверная, я чай сегодня утром пил. В недрах дома унитаза находится экспозиция для самых маленьких корейцев, посетив которую, они с самого детства смогут впитать в себя премудрости туалетной культуры и ходить в туалет по науке, используя богатейший опыт предшествующих поколений и инновационные разработки будущего. Жирную точку посещения музея по туалетной культуре, я решил зайти в настоящий туалет. Во-первых, при входе сразу же заиграла приятная музычка, а во-вторых, сам туалет представляет из себя гений инженерной мысли. На стене есть пульт управления и инструкция по пользованию данным девайсом. Как вы можете видеть, здесь существует несколько вариантов обдува, обмыва и просушки вашей пятой точки. Корейцы знают толк в туалетной культуре. В подземном переходе города Сувон встретились прокатные велики, устройство которых следующее. По всей видимости, сюда прикладывается специальная карточка, которая разблокирует заднее колесо, и можно ехать по своим делам. Вполне технологично. На улице Сеула попалась интересная скульптура, Full of Energy называется. Представляет из себя быка-мотоцикл. С
Сегодняшний день я решил полностью посвятить посещению музеев. Я решил отправиться в Национальный музей Кореи. Перед посещением непосредственно музея я прогулялся по окружающему его парку и могу смело утверждать, что сам по себе парк уже является полноценным произведением искусства и наряду с остальными экспонатами музея является его ярчайшим украшением. А еще можно без преувеличения сказать, что парки, скверы, зоны отдыха, да и городская архитектура в целом удаются корейцам на славу. Вокруг Национального музея Кореи разбит шикарный ландшафтный парк с водоемами, в которых обитают разноцветные огромные рыбы. Сам же Национальный музей Кореи входит в десятку лучших музеев планеты, являясь одним из крупнейших музеев Азии и шестым по величине в мире. Я думаю, чтобы по-настоящему узнать историю и культуру той или иной страны, необходимо посетить ее музеи. Именно в них можно найти следы прошлых эпох, которые позволят лучше понять настоящее и предвидеть будущее. Очень жаль, что я оказался в музее уже под самое закрытие и смог увидеть лишь малую толику его богатств. Но то, что я все-таки успел посмотреть, весьма впечатляет. После посещения музея туалетной культуры стало ясно, что корейцы очень щепетильно относятся к процессу дефекации. И в этом я с ними полностью согласен, так как в чистом человеческом теле царит чистый разум и чистые помыслы. И чтобы расширить свой культурный кругозор, я отправился в Национальный корейский музей.